Пора или рановато? Этот вопрос дважды в год мучает водителей при смене резины с летней на зимнюю и наоборот. Время мучительных сомнений снова наступило. Одни торопятся, пока нет очередей в автосервисах, другие предпочитают выждать, когда их уже не будет. Пора переобувать ваш красивый автомобиль или еще рано? Еще рановато, наверное. Еще у нас эта зима такая непредсказуемая, поэтому с недельку подождем. А потом заморозь, утром выйдешь и на... А я паркуюсь, там еще снега полно. Я не выйду просто-напросто. Не знаю, у нас в деревне только вообще еще рано перебываться. Дожди уже пошли. Можно? Можно. Однако особо торопиться все же не стоит. Март в Рязани всегда капризный. Март непредсказуемый месяц. Может быть, заморозки могут. Поэтому еще недельку-две потерпеть. Что касается синоптиков, то у них на март самые отличные планы. Рязанцам обещают теплый, вполне солнечный месяц. Температура сейчас выше нормы на 6-8 градусов. Как действовать в межсезонье автомобилистам? По фактической погоде и с учетом долгосрочного прогноза погоды. Об устойчивом переходе температуры воздуха через ноль к положительному еще рано говорить. Не исключено понижение и до отрицательных значений, а также выпадение смешанных осадков в виде снега и дождя. В средней полосе России зимние покрышки обычно уместны с конца октября до середины апреля, поэтому торопиться пока не стоит. Но каждому водителю все же придется решать самостоятельно, верить или нет прогнозам метеорологов, менять резину или повременить.